Привет! Я Женя Синельников, профессиональный путешественник. Я побывал более чем в 110 странах. А еще посетил все областные центры Украины. Ого! Вау! Красиво! Очень круто! И знаете что? Мне захотелось ехать по нашей стране и дальше. Потому что в гостях хорошо, а дома лучше. И именно поэтому сегодня мы решили остаться дома. Здравствуй, Киев! Киев – столица и, бесспорно, главный город Украины. А еще это город, где я живу. И поэтому, как снимать о нем туристическую программу, честно говоря, не понимаю. Но и не показать вам его не могу. Поэтому впереди нас ждет мой личный взгляд на то, где гулять, что смотреть и чему удивляться в Киеве. Ну и, конечно, где поесть киевский торт. Но это все мы и так знаем. А вот то, чего не знаем, мы будем спрашивать у людей, которых повстречаем. Ну и, конечно же, у интернета. Благо, у Kyivstar самая большая сеть 4G в Украине. А это значит, что можно прокладывать маршруты в объезд пробок, гуглить интересные факты, выкладывать фотки в социальные сети прямо со своего телефона. 4G тягне. Похрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик. Киевлянка, киевлянка, киевляночка, ни путана, ни воровка, ни цыганочка. Як тебе не любити, Києве мій. Ну что, как говорится, начнем сначала. Каждый турист считает просто своим долгом начать знакомство с Киевом именно с прогулки по Хрещатику. Но тут, надо признаться, есть несколько нюансов. Нюанс номер один. Лучше всего гулять по Хрещатику в выходной, когда вся проезжая часть превращается в пешеходную. Нюанс номер два. Если вы хотите не только себя показать, но и на людей посмотреть, приходить нужно вечером, когда идет активная тусовка. А сейчас такая тусовка пассивная очень. Ты знал, что на Хрещатике есть аллея звезд? Нет. И я не знал. Интересно, это фанаты или сами звезды? Так, моя звезда, я ее унесу домой. Нюанс номер три. Киевляне вообще считают, что гулять лучше не по Хрещатику. Пойдем, покажу. Пару сотен метров вверх, и вот такая вот красота. Можно по кругу вернуться обратно на Хрещатик. А можно пойти и в другую сторону. Цей коник Дхала – національний символ Швеції, встановлений на згадку про перебування в Україні національної футбольної збірної Швеції. О, як! Прикольно. Тут точно так же. Чуть вверх по улице, проходишь мимо золотих ворот і... попадаєш в переплетення уютних улочок і прикольних двориків. Ну чем вам не одесские дворики? Только так. И сразу совсем другая атмосфера. Тихо. Ты как будто и не в центре находишься. Ходишь и постоянно вертишь головой. То старые домики, то современное искусство. Вот эти вот муралы прям классная тема. В Киеве сейчас много их. Клево.
еще вот чисто субъективный взгляд. Мне очень нравится, когда в городе много вот таких вот арт-объектов. Это круто. И монетки засовывают в рот, смотрите, по 10 копеек. Памятник смешной. Вот я здесь уже в тысячный раз, и в тысячный раз он мне нравится. Вот он такой прям touchable-touchable. Его прям вот хочется даже трогать. Класс. Шурупабл. Шурупабл, да. Это, между прочим, наверное, самый известный киевский дворик. Пойдем. Дворик с воронами. Лешкин, это не про них. Сюда. Здравствуй. Не годувати його, не жбурляти у вольєр будь-які предмети, не турбувати спокій ворона вночі. Красавчик, така большая птица. І при цьому, смотри, вот он до такой степени, как бы, ручной, он хочет, чтобы его погладили, да? Хочешь, чтобы тебя погладили? Да. Раньше они не были такими прям ручными, ну, не подходили, не просили погладиться. А сейчас вот, смотри какой. Привет, красавчик. Грустно на тебя смотреть, дружище, что ты стал невольной птицей, а таким туристической достопримечательностью. А мне летать, да? А мне летать. Общаюсь с птицей. Вот так бродишь двориками да переулочками. И выходишь прямо на пейзажную аллею. Вообще, название аллеи говорит само за себя. Но поверьте, сюда стоит прийти не только ради пейзажа. Это практически арт-галерея. Прикольная лавка. Под открытым небом. Извините, можно задать вам вопрос? Откуда вы? Майами. О, Майами. А что вы делаете здесь, в Киеве? Я получаю визу, еду в Великобританию через месяц. И как вам город? О, мне очень нравится. Хочу сюда переехать. Почему вы решили показать именно это место? Мне кажется, это лучшее место в Киеве. Центр, но нет шума машин. Только деревья. Очень круто. Не пропустите вид оттуда. Он шикарный. Непременно. Но вид — это там, а тут разные арт-объекты. Дождь называется. Муська, иди посидим. Давай. Надо и сюда, Олежка, туда, на ту сторону. И таких прикольных штук тут прям много. И даже детская площадка, как арт-объект. Ну, а вот и пейзаж. Ну что, думаете, это конец прогулки? А, как бы не так. Прелесть Киева в том, что тут можно гулять часами, любуясь церквями и переходя по склону Днепра из одного парка в другой. Недавно еще и мост построили, который соединяет две прогулочные зоны, ну и сам по себе круто выглядит.
Так что, если любите гулять, запоминайте мой маршрут. Но имейте в виду, идти долго. И получается, что по красивым тенистым аллейкам, не выходя на дорогу, можно дойти аж до Мариинского парка. А тут и Мариинский дворец, и Верховная Рада. А Мариинский парк, друзья, ну это классный парк. Центральный, самый жирный, но не единственный. Поэтому проедусь и покажу вам еще парочку достойных киевских парков. Вот в самом центре, например, небольшой, но очень уютный парк Шевченко. Но мой любимый чуть подальше. Парк Наталка. Да, пусть он не в центре, но зато свежий, красивый, ухоженный. Это огромная территория, по которой вот можно приятно погулять, походить. С зеленым газоном, не желтым и вытоптанным, а зеленым, с ухоженными кустиками самшита, с красивыми цветами. И с разными площадками для людей всех возрастов и интересов. Друзья, а вот и она, главная фишка. Все дело в том, что парк Наталка выходит прямо к воде. Красота. Рубрика «Инстаплейс» от «Киевстар». Обычно мы путешествуем по Украине и подбираем для этой рубрики малоизвестные места, где можно запилить клевую фоточку. А сейчас я вам покажу место, о котором не знает никто, потому что это библиотека. И не просто библиотека, а главная в стране – Национальная библиотека имени Вернадского. Закрыта? Запрошуємо вас використовувати електронні ресурси, послуги дистанційно на веб-порталі. Это засада. Делать же что? Ну хорошо, что же делать, что же делать, 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 что? Прикол в том, что да, здесь тоже красиво, но там внутри, Олешкин, самое оно. Вот я сейчас здесь покажу подборочку из Инстаграма чужих людей. Согласись, красота. Но, друзья, смотрите, помимо того, что здесь красиво, здесь еще очень не любят инстаграмеров. Поэтому для того, чтобы получить такие фотки, вам нужно взять с собой паспорт, прийти, оформить читательский билет и спокойно, размеренно зайти вовнутрь, взять книжку, сделать вид, что вы читаете, и уже потом фоткаться. Ни в коем случае не говорите, что вы сюда пришли ради фоток, иначе... Никак. Ну что, остается добавить только одно. Путешествуйте по Украине, делайте фотографии в инстаплейсах от Киевстар, выкладывайте их и выигрывайте призы. Все подробности в социальных сетях Киевстар. Ссылочка в описании. А у нас вот сегодня не получилось. Ну а пока библиотека на карантине, делайте фотографии снаружи. Тут тоже есть отличные ракурсы. Следующий на очереди – парк КПИ, то бишь Киевского политехнического института. Cut, cut.
Но на самом деле это не только парк, даже скорее не столько парк, сколько вот красивая территория университета. Есть в английском языке такое модное словечко «кампус». Тут прям достойно, красиво, эффектно. Территория КПИ реально огромная. Это самый большой вуз Украины. Тут много интересного, но первый корпус – бесспорная жемчужина университета. Национальный технический университет Украины – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. То есть Киевский политехнический институт – это название университета. Прикольно. Так, вернемся в парк. Главная фишка этого парка – это вот такие вот ручные синички и белки, которые просто едят с рук. Класс! Класс! На. Пугливая. Хватит и убегать. Класс! Контакт с живой природой приносит такой вообще кайф. Просто белочка подошла и взяла у тебя орешек из руки. А ты прям наполняешься кучей позитивных эмоций. Вон еще. Друзья, если вы не знаете, как звать белок, типа я вам сейчас расскажу. Нужно взять два грецких ореха и постучать друг об друга. У меня фундук. Они не ведутся на такое. Но если вот найти две, допустим, шкарлупки, и сделать вот так, сразу же спускается. Иди сюда. Вот она. На. Класс. В каждом выпуске мы определим среднюю цену борща в городе. Я найду самый дорогой и самый дешевый борщ. Попробую их и поделюсь с вами своими впечатлениями. Ну что, поборщим? Самый дорогой борщ мы с товарищем нашли в ресторане «Коэн». Ай, красиво выглядит, красиво. 310 гривен. Высокая украинская кухня. Борщ лакшери-класса. Густой такой. Расскажу вам сейчас одну фишку. Дело в том, что борщ – это, в принципе, не вегетарианская еда. Но тут подумали, что вегетарианцы – это тоже люди, тоже хотят борща, и придумали вот такой вот заход интересный. Это полноценный настоящий борщ, но при этом вегетарианский. Вкусно. Хрустит. Слышите? Я такое очень люблю. А самый дешевый в студенческом бистро «Нау» Национального авиационного университета. Полпорции 6,56. Ну и за ложечку еще 24 копейки. Серенький. Но нужно отметить, что он густой, наваристый. Знаете, как компот столовский. Когда сварили компот, 19 литров воды туда налили. Нет, здесь прям фасоль, картошка, морковка, все как должно быть. Его много. То есть получается сметана вот... Если она так свернулась, это значит, она не очень свежая. Правильно я понимаю? Надо пробовать. Надо пробовать. Пробуем. Невкусно. Очень прям сладкий, но при этом кислый. Как так может быть? Кисло-сладкий. Ну и пришло время сделать полноценный мясной борщ. Я вам в первых сезонах прожужжал уши, что люблю, когда сметана идет отдельно. Тут и мясо отдельно. Очень интересно. О, обожаю вот этот вот момент от борща, когда горячий борщ ешь,
И у тебя вот так аж пот выступает. Появился мясной вкус. Не так, как обычно в борще, да, вот кусочек мяса вареного. Тушеночка, она такая мягенькая-мягенькая, мясистая-мясистая. Если честно, за все время этой рубрики я думал, что вот любой борщ, дорогой, дешевый, он, в принципе, практически всегда у нас был вкусный. Вот прям откровенно, наверное, самый невкусный из всех, которые мы пробовали. Кислый, при этом очень сладкий. Разрешал? Нет, а надо было брать разрешение? Начальство надо спрашивать. Ага. Ну, тогда мы не будем снимать. И слава богу, нас прогнали, и не придется доедать. Слушайте, мне прям откровенно нравится. Борщ – конструктор. Больше мяса, меньше мяса. Со сметаной, без, с чесночком. Одно блюдо, но вкусов у него реально палитра. Класс. Средняя цена киевского борща – 158 гривен 28 копеек. Дома лучше! Туристы делятся на две части. Те, кто любит гулять сам, и те, кто берет гида. Если честно, меня само слово «экскурсии» обычно пугает и вгоняет в скуку. Но киевским гидам и гидессам, похоже, удалось меня переубедить. Дальше рассказывать будут они. Сейчас мы типа встретимся, познакомимся. Откуда мне выходить? Или оттуда? Я встаю, а вы подходите? Да, давайте так. Здравствуйте. Вітаю. Вітаю. Євген. Тетяна. Сюди приходять не лише туристи, а й самі кияни. Це наш пантюша. Деяким здається, що він стоїть спиною до туристів. І це не деяким здається, так і є. Хвостом к зрителям. Чому ви так вирішили? Насправді він дивляться туди, звідки він прийшов. Ось на цей ресторан Панта Грюель. А котика звуть Пантюша. В 90-х роках він мешкав саме в цьому ресторані. Тобто це живий, настоящий кот, який по-настоящему существував? Так, так. Це була дійсна істота, котик, якого принесли до ресторану, і він в ньому мешкав. Пантюша. Я думала, це просто владелець ресторану Панти гоняв і зробив кота. Ні, це Панта Грюель, тому котика назвали Пантюша. Кожну ніч він сходить з п'єдесталу і гуляє містом Києвом, спостерігає. Я бачив ось ці лапки по всьому місту. Ще думаю, що це за кот такий? А це продумана прям акція, ці лапки? Так, він дивиться, як люди ставляться до тварин в нашому місті, тому будьте обережними. А то нас сит в обувь. Хочу вам сказати, що тварини теж можуть розповідати історії про наше місто. Отже, 100 років тому або 150 років тому коти були обов'язковими мешканцями трактирів і ресторанів. Для чого, як ви думаєте? Щоб не було мишей. Я вам дуже вдячна. Так, саме для того. Так ось поруч з котиками в трактирах мешкали також і пташки. А магнітофонів тоді ще не було, патефони були дорогими, а люди звикли все-таки відпочивати із музикою. Соловейок в Києві дуже любили. Траплялися такі ситуації, коли київських соловейок вивозили як експорт до Москви та Санкт-Петербургу. І в газетах того часу можна було знайти багато статей, що на вокзалі в місті Москва був знайдений кошик з 400 соловейками. Отже, люди в нас люблять птахів і музику вже дуже-дуже давно. От у нас в Києві є багато маленьких от таких от інтересних пам'ятників. Да, там йожик стоїть, там балерина, здесь кот. Чому так? Чому в Києві от люблять таке? Як ви думаєте? Тому що в Києві завжди любили тварин. А знаєте, як кажуть, єдині янголи на землі – це тварини. Серж Ліфарь, видатний балетмейстер, казав, що Київ – це місто коней. Як думаєте, чому він так сказав? Може бути, тому що цей міст прет вперед, в ньому сила, мощь. А ще? Много красивых дам на каретах разъезжает, паркуется. А чему они користувалися саме каретами? Может быть, потому что канализации не было, было грязно, и они, чтобы перемещаться на своих каблучках, использовали кареты. Так, не? Але в нашому місті ще багато пагорбів. Тому коней тут було набагато більше і візочків, наприклад, ніж в Санкт-Петербурзі і в Москві. Тут теж були свої правила користування конями. Наприклад, ця підворітня. Вона будувалась так,
Що ви? Проїхали дві карети. Так, я вам дуже вдячна. І за київським законом кожна підворітня мала бути не вужча, ніж 4 аршини. Тобто не вужча, ніж 2 метри 80 сантиметрів. Ага. Давайте зараз з вами будемо перевіряти. Давайте. Ух ти! Тримай. Маємо 4,50. Отже, закон було дотримано. Ага. Тут могло розійтися навіть 2 візочки, а не один візочок, правда? А давайте ще подивимося, ось на що. Ці напівтумби. Як ви думаєте, для чого вони? А я знаю. Скажіть. Для того, щоб карета, коли заїжджає, криво-косо, відповідно, карета не врежеться в дом і не спортить його. Я вам дуже вдячна. Молодець, молодець. Це саме для того. І цим тумбам більше, ніж 100 років. Вони пережили всі війни. А ви знаєте, що кияни відпочивали лише взимку? Як думаєте, чому? Ну, потому что нету сенокоса, нету заготовки, нету, более того, в Києві не чистять сніг, ніхто нікуди не виїжджав, всі сиділи вдома і віддихали. Зараз ви що чуєте? Машини. Гомін, ви чуєте шум вулиці. Уявіть собі, багато возиків, багато карет, які їздять оцією бруківкою. Ви уявляєте собі, який шум? Взимку коней ставили на санчата або на грінжоли, і випадав сніг. Будете гуляти старим містом, старим центром, побачите ось такі напівсфери, а вони де-інде ще зберігаються, або підворітню. Згадайте, будь ласка, про київських коників. Вот так вот, вот проходишь, ну какой-то шарик и шарик, а тут целая история, шарик. Прям вековая. Григорий Сковорода? Григорий Сковорода. Мы же по хипстерам вроде. Да, по хипстерам, да. Сегодня мы проедемся по Подолу и посмотрим, что же такое хипстерский Подол. Григорий Савович Сковорода смотрит на Киево-Могилянскую академию, в которой учился. Попутешествовал прекрасно автостопом по Европе, вольный образ жизни. Можем сказать, что был первый дауншифтер. Вот. Мы поедем немножко, посмотрим сегодня муралы по Подолу. Ну и докажем, что Киев можно смотреть на велосипедах. Поехали. Правильно я понимаю, Подол именно от юбки. Опустив очі долу. Додолу, до ліна, тому що вниз. Вниз, а, да. Дол – це низ. Низ, понизу, так. Здесь мы видим контрактовый дом. Как происходило? На контрактовых ярмарках. Что-то купили, нужно подписать договор, нужно это дело обмыть. Все люди все, что тут зарабатывали, здесь же пропивали. Здесь было классно. Мы знаем, что сейчас это возрождается, да, здесь ярмарки проводятся. Подол вот как тусовочное место, да, возрождается. Да, да. Ну, вот, собственно говоря, здесь была Могилянка, да. Здесь выходят эти все студенты, да. Там сзади была Бурса и тусят. Ну, то есть это студенческое всегда было место. В принципе, всегда, да, это возрождение, ну, длительных традиций, да. Торговых и тусовочных, и веселых, веселья и праздников. Класс! Класс! Поехали. Поедем дальше. Посмотрим. Когда я училась в Киево-Могилянской академии, эти ворота всегда были открыты. Первый мурал на нашем пути – детские мечты или чтение книг. Это в 2013 году, французская весна. За 6 дней создали мурал, очень быстро. Один из авторов интересных казок – Владимир Манжос и француз Жюльен Малан. Они нарисовали это вот детские мечты. Ну вот будешь читать книги, уйдешь от смерти, да, и придешь к знаниям, рука. То есть победила мудрость. Клевый. Да, и клевый, и яркий. Я никогда не задумывался, что ты будешь учиться, уйдешь от смерти. Ну да, да. А вот есть, когда ты знаешь уже о чем это, да, ты прям это видишь? Да. То есть как бы нужно читать, начинать читать книжки с детства. Да, потом иногда об этом вспоминаю. Сына, ты слышал? Нужно начинать читать книжки с детства. Оля Родняк. Автор, художница украинского происхождения, жила в Америке, но сейчас переехала в Украину. Она, в принципе, всегда рисует украинских женщин, то есть для нее это такая вот украинская женщина, самая сильная в мире. Мурал называется «Украинка с голубыми глазами». То, что она туда вкладывала, что вот Украина когда-то будет сильной и все будет здорово, но немножко вот такая усталость, как по мне. Вот была стена. Да. Как это происходит? Как происходит, да, что художник берет и ему как бы вот разрешают, да, ее. Да. Судя по тому, что рассказывают муралисты, художники, да, что в Украине это сделать намного легче, чем в других странах. Ты подавал проект, там смотрела наша Киев-райдерш администрация, да, Миськарада, могут или нет, насколько оно окей в этом месте, насколько оно доречно, то есть что,
что в принципе все, ты мог рисовать. Сейчас в Южной Америке это очень популярно. У нас по всему городу есть мексиканцы, бразильцы. Там даже так говорят, что у них закончились все стены, и они приехали в Украину. То есть у нас огромное количество муралов не украинских? Очень много. Их всех сюда, скажем так, тянет, потому что правила немножечко легче, чем... Потому что у нас очень много серых советских стен, которые нужно сделать красивым. А есть какая-то цифра, вот какое количество уже нарисовано? То, что я знаю, на 2018 год, это было около 150. В Киеве есть самый большой мурал в Европе нарисованный. Когда с Дружбой народов мы едем, там такая украинка красивая, да, вышиванка. Да, да. Ну, собственно говоря, один из самых больших муралов. Почему в Украине? Да, вот в Украине есть такая штука, как монументальное искусство. Там начинается с киевской фресок и это. Можно сказать, продолжение традиций. То есть разрисовывать такие большие, да. Например, все эти мозаичные панно, которые, да, там шестидесятники, семидесятники рисовали. Да. То есть вот это все как бы продолжение этого монументального искусства. Я думаю, вот оно пришло к этому. Чему называется самосад? Самосад. Дело в том, что, потому что люди сами садили, собственно говоря, очень легко. Организовывается такая платформа, называется «Подоляночка» в интернете. То есть группа соседей по подолу. Ну, на данный момент одна из самых популярных вообще групп. Имеется в виду вот такие вот комьюнити, которые там по районам. Здесь был ужаснейший просто пустырь, гадюшник, да, с кучей там каких-то баков непонятных. Ребята просто организовывают такой как бы клич, давайте это уберем, давайте что-то сделаем. Такая практика очень популярна в Америке, особенно в Нью-Йорке. То есть там вот за своего дома ребятки собрались, сделали на каком-то пустыре, на развалинах домов старых, сделали сад. Да, давайте подорвемся и сделаем вот как-то все своими руками. Просто тупо соседи собрались, просто, да, в Фейсбуке списались, да, и да. решили навести да, здесь порядок. Да, сначала вынесли мусор, договорились поли, договорились, чтобы привезли сюда 15 грузовиков земли. То есть и здесь это все, по сути, вот самопосаженные деревья. Ребята посадили 40 деревьев. Такой себе public space в том числе, потому что здесь часто много лекций проходит, здесь еще делают, летом, может, в этом году не делали, фильмы показывают на открытом. Ну, то есть вот такой класний кейс самоорганізації людей. Користуйтеся нашим газончиком, але не забувайте забрати свої речі і те, що на газоні не було до вас. Посидів, уберіть за собою, да? Тут очки забув. Хороші, дорогі очки. Оставлю, може, повернеться. Называется переправа, переправление, да, с оленем через реку. Ну, основная мысль у него была то, что вот наше внимание как бы задействовано там на проблемах экологии, да. Потепление, вода разливается, и что же делать? Вот мы с оленем оказались посреди всего этого. Ну, и такая, с другой стороны, надежда, все будет хорошо, все переплывут, все будет здорово, если мы будем об этом думать. Позитивный мурал. На здании санэпидемстанции так тоже немножечко концептуально. Не будь оленем, останови глобальное потепление. Да, останови, да. То есть вот как бы спасешь себя и оленя. Ну, ты знаешь, я смотри, какое качество классное. Ты же видишь, сдалека едут к нам, как-то любят вот это, чтобы... Ну, это поехали. Классно, слушай, приезжают, рассказывают своим туристам. Вот я нарисовала. Там, кстати, так классно в Украине, ты не хочешь съездить посмотреть? Ну, я думаю, так как-то это работает. Ну, по крайней мере, в прошлом году у нас было очень много с Южной Америки гостей, так что это классно. А еще от себя добавлю. Вот киевские водители стали намного терпимее к велосипедам. Они уже не сигналят, не подрезают. Намного терпимее. Бразильский художник Нунка, так в переводе обозначает «ничего», вот рисовал этот мурал. А для него вообще свойственно такое сочетание бразильской современной культуры, старых этих племен, да, и мы видим здесь такие племена, разрисовывает казака. Одна из версий то, что он хотел показать вот этот вот макияж, боевой раскрас. Вынужден они там разрисовываться, да, чтобы защищать. Ну, больше такой патриотический. А что интересно, Нунка, когда рисовал его, он рисовал его ноябрь-декабрь. И пошли снега, и он чуть-чуть не предполагал этого. И не особо понимал, что такое снег. Что будет, если на моего мурала, на его краску попадет снег. Как он говорил, что в таких экстремальных условиях рисовал. Ой, типа как это, вот не в рубашечке рисовать? Вот.
ты проехался, видел, что это легко, просто, классно. Mm-hmm. В принципе, уже плюс-минус байк-френдли у нас и водители, и люди. На подол это самое лучшее место для катания, потому что он плоский, все удобно, не надо, ты не чувствуешь этих семи холмов киевских. Ездите по подолу, открывайте город. Эко-френдли транспорт. Это вот. Хорошо. Это круто, это классно. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, как правильно говорить? Мурал или мурал? А нет такого, знаешь, правила. Как тебе удобнее. Да? А ты можешь говорить стрит-арт. А ты можешь сказать монументальный роспис. А что вы хотели? Экскурсии на любой вкус. То, чем мы сегодня с вами будем заниматься, называется диггерство. Исследование рукотворных подземных сооружений города. Канализация, совершенно подвалы. Верно. Совершенно верно, да. Туннели. Метрополитена, да. Диггеры же исследуют все, что было построено при помощи металлоконструкции, бетонных изделий и тому подобных материалов. Будет какое-то количество глины, грязи на стенке, поэтому бахилы. Всяко лучше переодеться, чем идти в парадно-выходной одежде. Мы идем в дренажно-штольневую систему под названием Никольская. Построена она в период с 1915 по 1917 года. Это тоннели, которые поддерживают наши приднепровские холмы. Если говорить о популярности, именно популярности, то да, это топ-место. Потому что рядом метрополитен и как бы достаточно доступно, все удобно. Я готов врываться. Окей, пошли. Сюда? Да, прям туда. Ох, прохладненько как. Сама идея была это познать город с той стороны, с которой его не знает практически никто. Это так называемый true digger. Ребята, которые попали сюда первые, это были три друга, которые лазили в начале 2000-х годов. И они, когда сюда пришли, у них почему-то и зачем-то с собой была плюшевая игрушка, которого они оставили тут, подписали как true digger, и с тех пор это местный абориген, который охраняет вход в систему. У диггеров сложилась традиция. После того, как игрушка умирает из-за природных явлений, ее заменяют на новую, подписывают как true digger и оставляют ее тут жить. И с тех пор это уже третья или четвертая игрушка. Если сначала это был плюшевый мишка, то сейчас, как видите, это плюшевый слоник, либо плюшевая мышка. Ребята делают подношение им. Ему в виде денег для того, чтобы выйти отсюда живым. Насколько это безопасная история? Полностью безопасная. Полностью безопасная, да? Слава богу, никаких проблем, летальных случаев и тому подобной штуки в практике всего киевского дига не было. Со стороны, если честно, это может показаться как-то странно. Лазим по каким-то конструкциям, по воде, сохнутые в три погибли. Но на самом деле это же есть приключение. Звук какой. Эй! Класс! Так называемый царский колодец. Колодец глубиной в 22 метра и в диаметре 4,5-5 метров. Сверху у него впадает соседняя дренажно-штольневая система Аскольдова. Подземный рукотворный водопад. Окей, пусть будет водопад. А это все вот эта вот глина, да, которая намывает? Это не глина, это кальцит, природный минерал, который содержится в любой воде. Слушай, это же получается почти родниковая вода, правильно? Да. Прошла через глину, очистилась. Да, это реально одна из самых чистых воды, вода. Да, вот. Вот. Да, в нашем городе Киеве, несмотря на все, что у нас происходит. Давай поговорим об этой статуе. Подходи сюда. Многие киевляне считают этот памятник самым странным в городе. Посмотри на статую и скажи мне, что тебе кажется странным. Лошадь слишком маленькая. Да, это раз. Казак слишком большой. Нет. Просто лошадь в процессе того, что мы не хотели бы видеть. Ты украинец? Да, украинец. Я родился в Запорожье. В Запорожье? Тогда ты точно знаешь. Если правильно ответишь, получишь приз.
Посмотри на казака и скажи мне, как называется казацкая прическа? Оселедать? Нет, ты не прав. Называется это чуб или чуприна. Я думаю, ты все равно заслужил небольшое поощрение. Ты задаешь вопросы. Да. Когда иностранцы отвечают, они да. получают маленький презент. Приз, да, да. Таким образом, экскурсия переходит в милое общение. Прикольно. Да, это какой-то корпоратив, да, там приехали иностранные гости. Такие вот монетки, да? Да, вот такие вот монетки всем деткам, которые правильно отвечают на вопросы. Получается, вот это вот вознаграждение, которое пойдет у нас в YouTube-версию, а вот это вознаграждение для телевизионной версии. Сейчас мы это все совместим. Tasty. Ну что ж, мы зашли в этот дворик по определенной причине. И я так верю, несмотря на то, что ты часто здесь гуляешь, именно в этот дворик ты не заходил. Не заходил, да. Я хочу, чтобы ты посмотрел на эту картину, да, на этот мурал. Я хотела бы, чтобы ты разглядел и, возможно, представил, что, о чем это может быть. Картина Чорикова, 1636 год. Смотрим на мурал, да, мы видим Ярослава Мудрого, вот это мужественное точно. Лицо. Да? Вот он. Вот свита его, остальные сыновья по другой Слушай, стороне. Слушай, точно. Да. Вот это 19 век, а вот это вот 21. Я хоть и не угадал, я заслужил? Конечно, 100%. По крайней мере, очень внимательно слушал. Пожалуйста. Класс, спасибо большое. Скажи мне, пожалуйста, как вот родилась идея? Проводить экскурсии? Нет, проводить экскурсии и делать бонусы. Экскурсия родилась в феврале 2015 года, когда было на улице очень холодно, чтобы экскурсия проходила больше, чем полчаса. Чисто интуитивно получилось вот такой вид экскурсии. А как реагируют туристы? У меня всегда есть два варианта, да, для них. Alcoholic и non-alcoholic, да. Очень редко, когда отказываются от такого варианта. Им интересен Киев? Когда я начинала в 2015 году, я часто сталкивалась с тем, что интересуются или экскурсиями Чернобыль, или только бары, рестораны, гулянки, mm-hmm. девочки, да. Сейчас я довольна тем, что в основном, когда заходят на сайт, действительно интересуются. Межигорье поехать узнать там стрит-арт этого города, да, то есть действительно это как бы Киев сейчас признан стрит-арт меккой, да, всей Европы. У меня не было ни одного туриста, который бы сказал, блин, Киев это на самом деле, ну, можно было не приезжать. Вот откуда к нам едут? Едут из Израиля, из Турции, но я, конечно, больше всего люблю работать со скандинавами, со шведами. So, come on, guys, come to Ukraine, visit Ukraine, you will like it. Нормально сказал? Да, супер. Здрасте. Здрасте. Во-первых, Женя. Витя. Скажите мне, пожалуйста, у меня есть несколько вопросов. Во-первых, как так получилось, что теперь над Киевом можно летать и посмотреть на город вообще с высоты? Ну, это пару лет назад начали этим заниматься, и стало интересно, людям начали спрашивать, и потихонечку, вот так вот оно все стало более масштабно, и теперь можно, в принципе, каждый день сесть, полететь. Куда посоветуете полететь? Самый популярный маршрут – это Киев плюс Межигорье. Вы увидите набережную Киева, Родина-Мать, Лавру, Оболонскую набережную, Межигорье и опять вернетесь в Киев. Это примерно 25 минут полета у вас будет. Отлично. Туристический поток идет? Люди интересуются, уже приходят, смотрят. Количество маршрутов развивается, да, увеличивается? Да, кто-то слетал сначала над Киевом, понравилось, а куда можно еще полететь? Межигорье. И поехали. И на Чернобыле можно? Да, у нас есть разрешение, мы летаем на Чернобыль. А насколько безопасно? Все абсолютно безопасно, вертолеты проходят ТО своевременно. Все органы, которые есть в Украине, проверяющие, не все нас проверяют, поэтому мы не можем быть небезопасными. Мы работаем с людьми, мы такого себе позволить не можем. Блин, ну класс, пожму вашу руку, молодцы. Клево вот то, что вы развиваетесь, что появляются такие прикольные штуки. Ну, как бы раньше это было привилегией. За границей можно было покататься, и это как бы было вот... Ну, не секрет, что мы это посмотрели, конечно, мы решили попробовать, а чего нет, если там люди этим пользуются. Тем более, у нас такой красивый город, почему бы не полетать над ним и не посмотреть? У нас такой красивый город, ну почему бы не полетать над ним, а? Все, полетели. Я не первый раз, но все равно волнуюсь всегда. Да, я тоже сегодня третий день летаю. Сюда. Да? Ой, ну успокоили меня, слава богу.
Летаем. Ой, какие тяжелые. Кто-то у вас там килограмм за 100, наверное. Ну, это я, да. 17. Быть точнее. Круто. Если честно, я много где летал, но над Киевом это особое ощущение. Какой все-таки Киев огромный город. Вот с высоты это чувствуется. Это такое маленькое, игрушечное. Кренов, разворотов боитесь? Нет. Класс! Экстремальненько! Просто нереально круто то, что ты летишь над знакомыми с твоими районами, над твоим домом. Ты узнаешь каждую улицу, узнаешь кафешку, куда ты ходишь покупать кофе. Мало того, что красиво, так еще и твои родные места. Очень круто. Такого вида из самолета ты не получишь никогда. Он где-то высоко взлетел и упорхнул. А здесь ты можешь рассмотреть детали. Классно. Слушайте, ну тут с высоты видно, что киевляне за городом такие себе хоромы отбабахивают. Прямо ого-го. А вот здесь вот впереди, что у нас вот это начинается? Киевское море. Нет, вот этот вот зеленый массив. Межигорье же, наверное. Совершенно верно. До 32 гектара, до 1932 года здесь находился монастырь. Потом был взорван героический. Тут приезжают все и ищут батоны. Рассыпанные золотые. Ну все, вон там Быстрохолесье, вон он на горизонте. И сейчас туда нырнем через Чернобыль и на... На Беларусь. Да, картофель убирать. Золотые ворота были построены в Константинополе, как и София. В Константинополе. Привезены сюда? Нет, нет, нет. Основные, главные, которыми вдохновился Ярослав Мудрый. И когда он вернулся в Киев, он сказал, мы строим точно такие же. Интересно. Да. Едем на Рейтерскую, на улицу, которая названа в честь рейтеров, да, всадников, конников. Это когда-то была солдатская слободка. Вот как улицы названы, так ты и понимаешь, что здесь было. Стрельцы жили, значит, улица Стрелецкая. Стрелецкая. Рейтеры, значит, Рейтерская. Здесь налево поворачиваем. Кстати, Ярослава вал назывался когда-то Большой Подвальной. Как вы думаете, почему? Наверное, там был большой подвал. Нет, там был вал. И улицу построили под ним. Под валом, точно. Киев был обнесен стенами, валами. Блин, как прикольно. Да, и называют улицы исключительно из-за ландшафта. Сейчас мы подъезжаем к месту, которое называется The Naked Room. Голая комната? Да, голая комната. Вот это место, это как раз 4 бизнеса в одном. Галерея современного украинского искусства. Каждые 2 недели меняется здесь экспозиция. А здесь находится кофейня, винный вечером корнер, книжная полка с редкими уникальными книгами. А много вообще вот такого нового в Киеве происходит? Раз вот здесь 4 бизнеса в одном. Конечно, конечно, да. То есть если мы сейчас вот с вами будем гулять, ходить, я тут покажу, тут покажу, тут покажу. Даже на карантине открываются какие-то новые проекты. Причем это не обязательно кафе и рестораны. Мы очень разбалованы мероприятиями, сервисом, вкусом еды, количеством движения, быстротой принятия решений. Ты звонишь, давайте поснимаем послезавтра, и как бы экскурсовод не против, да? Мы в тонусе всегда в Киеве, и люди, которые сюда приезжают, это очень чувствуют. Поэтому проектов много. Ребята, приезжайте в Киев и почувствуйте наш тонус. Мы сейчас проезжаем одно место, в котором находится секс-шоп и кофейня в одном. Где? Вот здесь вот во дворике. Видишь? Вывеска такая, да. То есть Киев — это секретные дворики. Сейчас очень популярно что-то открыть
и закрыть, и пускай только по паролю. Ага. Места, которые люди открывают для себя, для своих друзей и их друзей, и на широкий загал вони не хочуть це виносити. Прикольно. Поэтому вот это нужно знать. И когда ты это знаешь, ты посвященный, ты вот уже такой местный, локал, локал. Пойдем зайдем, посмотрим кофейню секс-шоп. Ну это же просто интересно. Ну пойдем, я знала, что тебе понравится. Здравствуйте. То есть вот эта вот маленькая деревянная дверь, это есть вход в тайный секс-шоп. Причем мне очень нравится, знаешь, когда они вот эти вот вывески мигают. Маленькая вывеска. Ну, сейчас пойдем. Здрасте. Мы не можем вам это показать, но зайти и посмотреть стоит. Можно я присоединюсь к вашей экскурсии? Давай, друже. Привет. А ну, раз встретились, где в Киеве прикольно? Здесь, на Золотых Воротах. А еще? Мне ближе всего этот район. Здесь тусовки, здесь есть старая архитектура. Ну, как бы здесь кайфово, на самом деле. Но я недалеко живу. Это тоже аргумент. Теперь, когда есть велодорожки, очень удобно передвигаться на электротранспорте, реально. Единственное, что, конечно, я пару недель назад навернулся, теперь без наколенников, без налокотников, вернее, не езжу. Становись, прикладывай вес ноги сюда. Ёперный театр! И все, ну ты как человек, который ездишь на скейтах, ты должен спокойно вообще кататься. Блин, какая прикольная штука. Ну, ты давай, давай, чуть-чуть. Я тебя, если что, поддерживаю. Скажи. Очень. Ну, типа маневренная. На ней карать прикольно. Слушай, очень классно. Блин, какая классная штука, Антонио. Я дам тебе. Дам поюзать. Я хочу себе купить уже. Вот. Антонио, да. Так а что, много велосипедных дорожек появилось? Прикольно. Слушай, кататься вот в этом районе, да, очень прикольно, потому что если бы еще не было мудаков, которые парковываются на них, ну потому что есть такие люди, я всегда, меня реально это просто бесит, то есть я еду всегда, стучу ему так вот по этому самому, вот так вот, ну реально, ну потому что, ну какого черта вы паркуетесь? Человек, ты, что, если он включил, типа, аварийку, все, значит он, ну его там, типа, боженька охраняет, но на самом деле нет. Но, в принципе, да, если велодорожек будет больше становиться и транспорта, соответственно, становится больше, то очень удобно кататься на электротранспорте, на велосипедах. Самое обидное, что мы, конечно, фончик выбрали для общения не очень. Почему? На фоне балкона. Послушай, знаешь, киевские балконы – это вообще это уникальная вещь. Вот, реально, есть же несколько книг про киевские балконы. И, не знаю, здесь, конечно, здесь можно пособирать, но посмотри, здесь совершенно не разные. На что это похоже? На автобус. Да. Ну, реально, это как бы какие-то автобусные... окна. Дальше вон, ну, вагонка какая-то. Вот есть аутентичный деревянный балкон. И если так походить по всем этим киевским дворикам, то можно, ну, создать коллаж невероятный. Я не знаю, где вообще такая балконная культура, где она у нас. Вообще считается, что это вот признак свободы, да, вот эти вот балконы. Да, это потому как... что в Италии ты бы фигушки вообще переделал как-то балкон, универсальный типа архитектурный код. У нас, конечно, с этим полная анархия, но в то же время появляется, видишь, какое-то лоспа налепо, что попало, наш любимый архитектурный стиль. Но, в принципе, иностранцам, я думаю, и вообще, в принципе, мне интересно, если ты поднимаешь голову и не относишься к этому как, господи, какой хаос, то в этом можно увидеть какую-то фишку. Хотя, в Италии тоже неплохо, на самом деле, с одними и теми же балконами. Кат. Местные называют его «тещин балкон». Мол, в гости приехала теща, ну и что оставалось? Не выгонять же нее на улицу. Достроили балкон. Метров 30 квадратных, не меньше. Дом был двухэтажным изначально маленьким. Видите, там окно заложили. Это был двухэтажный дом. Это был двухэтажный дом. К нему пристроили вот эту вот часть. Да. Потом пристроили третий этаж. А потом пристроили балкон. Да. Офигеть. У нас будет ТикТок. Я живу в Киеве 22 года. Вот третий день мы снимаем Киев, и оказывается, я не знаю свой город. Вот, ну не знаю. Есть, да, есть Подол, есть центр. Ты вроде как все знаешь, потом заезжаешь в какой-то уголок. Да. Вау. Открывается. Вау, вау. Чем больше гуляешь по любому городу, на самом деле, не только по Киеву, но ты гуляешь, особенно если тебе еще что-то рассказывает, и ты просто узнаешь какие-то интересные истории и факты. Вот это самый кайф, мне кажется. Друзья, кайфуйте от жизни. К
Киевский велотрек. Киевский велотрек, 1913 год. 1913 год? 1913 год. Этому месту 107 лет. То, где мы находимся и где находится велотрек, называется Афанасьевским яром. Его отреставрировали в 17 году, и теперь он работает. Здесь проводят и съемки, не только проходят соревнования, и тренажерный зал есть. Наш велотрек двигается против часовой стрелки, так правильно, потому что так делали еще греки. Это уникальное место, особенно сделали еще сквер, отреставрировали, рядом можно поесть, кафе, улица. Да, в Киеве много странных скульптур, но любят здесь киевляне интересные скульптуры. Более того, я сейчас вас познакомлю с человеком, который наполняет Киев вот такими вот маленькими прикольными скульптурами. Знакомьтесь. Это я. Вы уже знакомы, но ничего страшного. Тогда мы просто ездили на экскурсии, а сейчас мы будем знакомиться с человеком, который не просто экскурсии проводит, а как бы по сути просто придумал и сделал новую достопримечательность. Зачем? Почему? Для чего? О чем это? Я слышу постоянно, что некуда пойти, гулять и хочется, на экскурсию сборную не хочется, на индивидуальной нужно договариваться. Вообще, в принципе, экскурсия – это уже так как да. бы… Да. Я подумала, что было бы классно, чтобы по Киеву стояли бронзовые мини-скульптурки, каждая из которых рассказывала бы конкретный факт из киевской истории. На что воно тобі? Ты ж сама у себя отрезаешь бизнес. Ты что? Нет. Я смотрю в будущее и понимаю, что экскурсоводы, индивидуальные экскурсии, они будут нужны, конечно. Но часто люди организовываются сами. И наоборот, это классно, когда у них есть какая-то альтернатива. Я всегда занимаюсь тем, что мне интересно, от чего у меня горят глаза. То есть, правильно ли я понимаю, каждая скульптура имеет QR-код, который ты отсканируешь и прочитаешь информацию, стоит в каком-то определенном месте. То есть вот здесь у нас на велотреке стоит велосипедист, можно отсканировать QR-код и прочитать про велотрек. Про этот велотрек, почему эта скульптура, почему она тут стоит, почему она важна, почему этот факт из киевской истории важен. Мы устанавливаем скульптуры в основном возле отелей, возле ресторанов, в туристических местах, возле камер, возле людей, где она просто проживет долго. Это же денег стоит. Конечно. И немалых на самом деле. 26 мини-скульптур. Это нужно найти скульптора, сделать, утвердить, отличить его в бронзе. Открыть, в течение года полировать. Вот это мы уже, у нас есть плановый осмотр скульптур. В основном все вопросы закрывают партнеры, которые эти скульптуры финансируют. На Новый год мы надеваем на них колпачки новогодние. На День Святого Валентина наклеиваем сердечки какие-то. На День независимости Украины скоро будут флажки с флагом. Поэтому я думаю, ага, ну, конечно, мы договариваемся с ребятами, которые шьют эти костюмчики, да, я что-то могу профинансировать, но в следующий год я уже закладываю эту статью расходов, партнерам предлагаю, они, конечно, соглашаются и ее закрыть. Я, допустим, партнер. Да. И я хочу что-нибудь интересное у себя установить. Могу обратиться, сказать, придумай что-то клевое, хочу здесь вот туристическую замануху. Если сравнивать нашу последнюю скульптуру, которую мы сейчас посмотрим, с нашей первой, это две больших разницы, как говорят в Одессе, да? Поэтому все зависит, финансы зависят, но обратиться ко мне и сказать о том, что у вас есть такая локация, вы хотели бы установить скульптуру, да, конечно. Мы согласовываем, но я объясняю, почему важно установить не логотип или там как-то это прорекламировать, а именно отразить что-то из киевской истории. Как родилась мысль? Ну, в Ужгороде. Да, мы снимали там в Ужгороде. Да, Михаил Колодко, просто гениальный человек, который начал в городе Ужгород это устанавливать. Когда увидела скульптуру, я сказала, вы знаете, Виктор, нам не нужна экскурсия, пожалуйста, можно нам все скульптуры найти? Я за ними гонялась, и у меня родилась в 2016 году такая идея, вот бы в Киеве такое сделать. Оказалось, нужно было просто поделить слона по частям и начать вот написать список из скульптур, которые я хочу, прийти к первому партнеру, предложить, запустить, показать и предложить людям присоединиться. Ребят, если вы не знаете, что за скульптуры в Ужгороде и почему они такие вдохновляющие, пересмотрите наш выпуск. Ссылочка тоже будет в описании. Я как блогер, мне нравится говорить. Ссылочка в описании. Кликайте, да. Вот мы попадаем на сайт.
видишь. И здесь можно прочитать историю скульптуры. Эта скульптура была посвящена первой службе киевской скорой помощи, даже неотложной, которая открылась в 1881 году. Мы всегда говорим карета, карета швидкое. Почему? Потому что раньше были кареты скорой помощи. Эту скульптуру запланировали в прошлом году зимой, и когда наступил карантин, у нас в марте была готова эта скульптура, которая была посвящена медикам, потри на вдячність лікарям, що ризикнуть своїм життям. На жизнь Игоря Сикорского повлияла книга Жюля Верна. Книга, которая называется «Рабур-завоеватель». Главный герой этой книги говорит о том, что будущее за винтом. Интересная личность, родилась в Киеве, в киевском дворике создавал вертолет. Это вот первая модель и модель вертолета, которая не взлетела. То есть это не модель вертолета, которая уже летает. Мы специально установили скульптуру, которая говорит о том, что да, это вот такая была несовершенная история, это ошибка, но благодаря ошибкам мы развиваемся. Примета тут такая, потри меня, и у тебя появится мечта. Киев развивается? Киев развивается, и особенно за последние вот года 3-4 мы сегодня ездили с тобой по велодорожкам. Сады и парки, мост, который соединил сейчас два парка, и ты можешь за Андреевской церковью начинать ехать и доехать аж до Лавры, не выходя вообще на дорогу без машин. Пейзажная аллея полностью сейчас реставрируется. Люди как-то, мне кажется, больше стали рисковать, что ли. Вот мы стоим возле места, да, в котором там открыли, допустим, отели, хостел, да, то есть люди в бывшем доходном доме. Люди деятельные. Я таких люблю, и они меня подстегивают быть такой. И я еще своим примером тоже подстегиваю быть деятельным. Потому что ничего не будет в жизни вот падать с неба. Ты просто должен что-то делать. Вода не течет. Приветствую вас, дорогие любители приключений. Приветствую в городе древнем. Очень прикольно. Там в ушах у тебя целая постановка. Вот мы идем толпой и обычным туристам не мешаем. Полюбуйтесь на вечерний город. Во времена Владимира лучины мерцали в оконцах хат. Можете себе представить, что сейчас мы с вами идем по аллее героев истории Киева? Мы идем, у нас музыка, атмосфера, история. Ну, это прям, ну, интересно. А со стороны это, наверное, выглядит очень странно. Ладно, не буду отвлекаться. Чтобы дойти до следующего светлого места Киева, нам придется пройти по темному разлому. Но... Не волнуйтесь, я воспользуюсь старинным способом, чтобы оградиться от черных сил. С самых древних времен шли сюда люди, чтобы попросить... А еще прикольно, что можно выбирать язык. Украинский, русский, английский. Надо еще испанский и китайский. Достойно. И было это еще до появления монастыря. Ну, а 9 веков назад засияли здесь и золотые купола монастырского храма. О гордости и нраве Ольги ходили легенды. Великий князь Игорь и слышать не хотел ни о каких других невестах, как только об этой девушке с характером. Очень круто сделано. Вот... Я взрослый человек, который немножечко относился к этому так скептически. Но вот мы 20 минут погуляли, и это так затянуло, так интересно, так атмосферно. Блин, мне нужно сюда привезти сына. Обязательно.
Обязательно. Еще очень прикольно, что вот подвели нас к фонтану, рассказали легенду, можно загадать желание, и всем выдали по монетке. Ну, а мне пора. До новых, скорых встреч! Дорогие друзья! В каждом городе я знакомлю вас с интересными, инициативными людьми. В Киеве таких людей много. Вот одни из них. Пойдем знакомиться. Инициатива ребят называется «Киеве-мый». За нейминг отдельный респект. Здравствуй! Женя меня зовут. Елисей. Как жизнь? Да неплохо. Чем занимаешься? Да вот, как видите, отмываю эти гранитные ступеньки, которые были покрыты жвачкой, грязью, помоями какими-то. Свежеотмытый гранит. А это еще не отмытый гранит, это грязный. Вам может показаться, ну как бы... В чем здесь инициатива? Ну, человек убирает. В том-то вся и фишка, что это прям вот личная инициатива. Это не Кличко просил? Нет, не Кличко просил. Это мы, жители Киева, которые здесь проживаем в соседнем квартале, хотим жить в чистом городе. И берем и делаем. Не говорим, что мы сделаем когда-нибудь потом. Или пусть коммунальщики делают, мы же платим налоги. Как родилась мысль? Родилась мысль, когда мой товарищ Виталий выложил в сети Facebook грязный подземный переход возле станции метро Льва Толстого. Вот. Я сказал ему, что можно сделать этот переход чище, в принципе, несложно. Взять просто мойку высокого давления и помыть, и убрать. Через несколько дней была приобретена мойка, мы взяли, собрались, убрали там, стало действительно чище. То есть это вот просто вообще не родилась мысль, после этого была куплена мойка, этого, да, собрались. Собрались, и надо сказать, что уже прошло 3 месяца после уборки, помывки этого подземного перехода, там до сих пор чисто. Чем вот еще можешь похвастаться, кроме Льва Толстого? Мы отмыли арку на Прорезной, которая идет от улицы Прорезной по улице Бориса Гринченко. И там проходит очень много людей. Мы отмыли одну из галерей. Там сейчас чисто, сухо, пахнет летом, пахнет хвоей. Там мочой не пахнет. Рядом находится кафе, они провели там освещение, поставили камеры. То есть там сейчас, если справлять малую нужду, то можно стать звездой Ютуба, да. То есть получается коллаборация, да, вот инициативных киевлян и бизнеса, бизнеса. Я знаю, что с тех пор ребята еще много чего отмыли. Слушай, ну скажи мне, пожалуйста, это же реальный хобот. Купили технику, тратишь свой выходной, ходишь, договариваешься с людьми. Наверняка еще и бабушки старые, которые здесь ходят и говорят, что ты здесь поливаешь. Неужели так важно вот, поплеванная лестница, воняет мочой, проскочил быстро и все? Нет. Часто говорят, у нас это же Европа, а у нас это же не мы, это же Европа, это в Европе там, а у нас плохо. Если каждый начнет убирать за собой, каждый начнет не сорить, каждый начнет обращать внимание других на важность уборки, важность чистоты, станет... По цепочке лавинообразно начнет нарастать чистота, порядок, и если порядок на улице, порядок на стенах, нет ни граффити, ни оплевано, убрано, то и порядок будет в голове, порядок в мыслях. Но появятся уличные музыканты, появится легальная торговля, будут ходить туристы, будут фотографироваться, будет как-то намного красивее. Вот такая вот что мы, мысль, чем мы и занимаемся. Чем мы занимаемся. Смотри,
какая разница, просто сразу же, это вот буквально за первые 5 секунд. А получается, это и граффити можно отмыть? Не все граффити, если граффити твердой краской, матерой, которая... Ну, в общем, это, хотя... В общем, можно, но гораздо эффективнее это делать тряпкой и распарителем, а потом уже водой. Ребята, это просто вот, ну, визуально видно, где ты прошелся, а где еще не прошелся. Ну, вот смотри, вот грань. Просто обалдеть. Вот чистый кусок, а вот еще не очень. Более того, это чистый моими руками. Я думаю, что профессионалы сейчас доведут это все до ума. А сколько стоит такая машина? Такая стоит около 14 тысяч гривен. Ну и шла. Это все за свои деньги? Конечно, за свои деньги было куплено. Сейчас мы объявили сбор средств пожертвований. Неравнодушные киевляне жертвуют нам некоторые суммы денег, кому сколько не жалко. Ребята, все же элементарно. Если у вас дома грязно и некрасиво, просто возьмите и приберитесь, и дома станет лучше. Чем великие города отличаются от просто больших? Правильно, собственными кулинарными брендами. В Киеве они тоже есть. Каждый турист, гуляя по Хрещатику, полюбляет съесть препечку. Если не знаете, что это сосиска в тесте в специальной обжарке. Она продается в окошке напротив ЦУМа аж с 1981 года. А на TripAdvisor занимает первое место среди киевских фастфудов. Расскажи, в чем фишка перепечки? Почему она такая популярная? Вот, вот. Вкусно. Все вкусно. Знают. Все знают. Видите? И вкусно, и все знают. Значит, я вас не обманул. Спасибо. Но, друзья, это не единственный киевский фастфуд, который способен вас удивить. Пойдем, покажу сейчас еще интересного. Вот, друзья, классический киевский фастфуд. Булочная Ярослава. Между прочим, работает здесь с 1947 года. То есть каждый киевлянин за свою жизнь хотя бы одну булочку здесь досъел. Нельзя фотографировать, не фотографируй. А есть какой-то вот рецепт, который вот с самого основания? С горохом. С горохом? Да. Привет. Значит, у нас есть три булочки, вот они. Тетенька. Булочка с ревенем, как правильно сказать? С ревенем. С ревенем? Булочка с и ревень. Очень необычно. Вот кардинально другое тесто. Сладкое, жирное такое, прям сдобное. Ой, хорошо. Девчонки, вы какие взяли? С корицей. Вкусная? Да, очень. Обалденная, по вашей рекомендации. Да. В
Видите, в Киеве есть как минимум два фастфуда, которые открылись еще когда и слов таких-то не было. Не говоря о том, что у Киева есть своя кулинарная фишка мирового масштаба. Котлета по-киевски. Нет, ну правда, котлету по-киевски можно встретить в ресторанах по всему миру. А здесь, в Киеве, есть специализированный ресторан, который делает шикарные котлеты. Ну, так говорят, сейчас будем пробовать. Ох. Вкусно. Знаете, в чем отличие? Это не котлета. Это куриная ножка, я так понимаю, по-киевски, потому что само мясо, оно не перекручено в фарш, а прям вот настоящая курица. Но как должно быть, вот сочное, мягкое. А все благодаря вот этому вот маслу внутри. Потому что когда в котлету запихивают кусочек масла с зеленью, со специями, потом это масло во время готовки растаивает и пропитывает курицу изнутри. Курица получается неимоверно нежная. Друзья, если вы никогда не пробовали котлету по-киевски, все, выключайте эту передачу. И идите пробовать котлету. Жизнь проходит, а вы не кайфуете от нее. Как я сейчас. Ну и, конечно, главный сувенир из Киева – киевский торт. Так сказать, сладкая киевская фишка. Интернет говорит, что торт является фирменным кондитерским изделием, созданным в 1956 году на киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Не очень сытно. Сам я один его не съем. На самом деле, осилить целый торт сможет далеко не каждый. Но есть одно интересное место. Если вы хотите съесть целый торт и при этом не поправиться, вуаля, для вас есть мини-версия. Приступим. Нежняк какой. Фишка киевского торта в том, что он вроде как сладкий, но не сильно сладкий. Вроде с орешками, но не перебор с орешками. И крем, но не очень уж жирный. Прошу прощения, а скажите, это у вас же видоизмененная, да, рецептура? Да. Он так намного нежнее. Да, он очень нежный, легкий, не такой жирный. На одного. На одного. Да, индивидуально. Ну, на одного, но мусс взял два кусочка. Он, правда, очень нежный. Оригинальный рецепт был придуман еще, если я не ошибаюсь, в 56-м году, а запатентовали его уже там в 70-каком-то. То есть рецепт киевского торта запатентован. Поэтому во всех ресторанах он как бы киевский торт, но чуть-чуть добавляет, вот шеф-повар, чуть-чуть своего. Поэтому не ленитесь. Ходите по ресторанам, и везде можно пробовать киевские торты. Они чуть-чуть, но отличаются. Ну вот. Здесь есть другая проблема. Съел целый торт, а хочется еще. Остановись. Да ладно, а можно мне еще один? А вот если вы хотите погулять по улице в будний день, то вам на Подол. Здесь тоже прикольно. Прям вотчина скейтбордиста. Смотри, совсем другая атмосфера. Еще очень прикольно, что вообще на самом деле вот эта площадь, она появилась совсем недавно.
И таких мест, которые вот только-только появляются и приобретают своего вот потребителя, как здесь скейтеры заполонили всю эту площадь. Это прикольно, что, короче, много всего появляется. Что-то нагородил. Если честно, я не знал, что в речном вокзале сделали прям вот картинная галерея. Не так, что прям картинная галерея, но все равно кусочки искусства и хороший шмат тусовки. Базовое развлечение любого туриста на Днепре – это, конечно же, покататься на корабликах. В Киеве эта возможность есть. Но есть и другие варианты. Ну и так как Киев – большой город, а Днепр – большая река, то выбор развлечений и активностей на воде тут максимально разнообразный. От спокойных до суперэкстремальных. Друзья, конечно, все прикольно, но это прошлый век, а сейчас я вам покажу настоящий, современный экстрим. Более того, созданный в Украине. Здравствуйте, меня Женя зовут. Олег. Хочу вас спросить, что это за... Это вездеход украинского производства. То есть он выпускается полностью серийно здесь, в Киеве. Прям серийно выпускается? Да, не серийно выпускается, это новая модель. То есть я просто, как обыкновенный человек, могу его купить? Да, если есть... Немножко больше сотни тысяч долларов. Может. Сотни тысяч долларов? Чуть больше. Опустим, я одолжу. У меня есть права на машину, я могу купить себе и ездить в офис на нем? Есть специальные курсы на заводе, где тебя обучат именно управлять этой штукой. То есть тебе дадут специальный сертификат, по которому ты сможешь быть владельцем, то есть и пилотом этого вездехода. То есть ты уже сможешь ездить на нем, ты сможешь его обслуживать и ремонтировать сам, так как некоторые из них ездят очень далеко. Все, есть, никуда она не денется. А шорты? Твою мать! Да, влажная салфетка не поможет, чувак. Теперь ты истинный шерповод. Хорошо, что муз этого не видит. Сейчас он мне даст люлей, что я засрался. Где наша не пропадала? Помчали. Ну что, готово? Твою мать! Все, я понял. Вот у меня можно держаться. Вот. Поехали купаться? Поехали, что? Ты уже, в принципе, готов, да? Вот! Офигеть! Просто мы по такому болоту чешем. Не, ну можешь измерить, оно не глубокое. Я не знаю, это, я вот в нем, да? В теории, это да. Это я в нем. Да. Конечно, чувствуется, что это вездеход прям. Посмотри, куда мы едем. Небольшая горка. Верный театр! Воу-воу-воу! Извините, конечно. Все же нормально. Можешь материться, да, мы в Ютубе, запикайте, пожалуйста. Я реально не могу, ну это стрёмно. Да. Просто по машинам, да? Ну да. Вы там как? Ну в теории жив. Вот вам кирпичики. Идите здесь тоже, кирпичи нормальные выходят. Так, держитесь. Ой, ёшки-матрёшки. Просто офигеть! Правда, что это вездеход? Так для данной трассы мы еще и спорткар, мне кажется.
у меня есть шансы. А вообще шанс того, что он перевернется, существует, да? Ну, в теории, да. Нормально. Вы спросите, и при чем тут вода? Сейчас поймете. Поехали купаться? Или лучше в стену? Ой-ой-ой-ой-ой! Или лучше было в стену? Не-не, лучше купаться. Лучше купаться? Ну, поехали купаться. Почему-то никто не хочет сегодня ехать в стену. Ну что, будем плыть? Все, он просто плывет, он и плавает, это типа и амфибия тоже. Блин, ну... Не, ну знаешь, вроде да. Ребята, просто офигеть! Вон идет катер, вот просто на нас идет катер. Нет, лучше сказать, мы на катер идем на вездеходе. Вот я думаю, что он больше обделался. Не, остановится. Примерно там, где мы выезжаем. Это просто очень своеобразное ощущение. Вон человек на каяке, вон яхта, вон водные лыжи. И мы на вездеходе под мостом. Крутяк. Такое бывает только в Киеве. Блин, ну зато ты в себя оставил. Какая классная тема. Вот, для Киева хорошая вещь. Очень. Во-первых, дороги тебя больше не парят. Во-вторых, и на рыбалку можно ездить. Кайфовая тема. Выехать вот так вот на Днепр и просто Друзья, ну вы поняли, да? Какое огромное количество развлечений есть на Днепре. На любой вкус, на любой карман. Лично мой топчик – это вот такая вот спокойная прогулка на яхте. Да и вообще, знаете, это очень круто, когда в городе есть большая река. Когда в стране есть такая большая и красивая река, как Днепр. И именно поэтому мы решили отправиться в большое путешествие вдоль Днепра. Друзья, а еще знаете, что хочу сказать? Вот снимая Киев, я понял, что даже в своем родном городе можно открыть для себя много нового, интересного, неожиданного. Путешествуйте. Ведь если мы хотим, чтобы Украина стала туристически привлекательной, мы сами должны путешествовать по Украине. Даже если сегодня вы не можете куда-то поехать, можно открыть для себя свой город заново. И это круто. Увидимся. Ребят, да, Киев – большой город, здесь очень много интересных мест. Невозможно за один выпуск показать весь Киев. Набросайте в комментариях интересных мест, которых мы не показали, и если их будет очень много, мы сделаем еще один выпуск.